Мужской команде гандбольного клуба «Гомель» 18 ноября также предстоит еврокубковый матч. В Жлобине дружина Сергея Цыганкова начнет двухматчевую серию третьего раунда Кубка вызова. Соперник – исландский клуб «Вестманаэйр». За неделю до этого поединка «Гомель» проверил свои силы в противостоянии со столичным «СКА» в рамках чемпионата Беларуси. Это была третья встреча соперников в нынешнем сезоне. В предыдущих играх гомельской команде, измученной травмами, не удалось оказать сопротивление армейцам. Поражение со счетом 30-17 и 37-22. На этот раз сценарий матча был совершенно иным. В обойме Сергея Цыганкова не хватало только Виктора Скрипака, украинский легионер в списке травмированных. И уже СКА пришлось думать о том, как не потерять очки. После первого тайма гомельчане выигрывали 16-14. Гомель шел к победе на протяжении 20 минут второго тайма, сохраняя полученное преимущество. Однако на заключительные 10 минут команде Сергея Цыганкова не хватило сил. Армейцы сначала сравняли счет, а после и вовсе повели на все те же два мяча. И в итоге победили 28-30. Сегодняшняя игра показала, что у команды есть потенциал. Вот. Когда все в строю, ребята понимают, что мы можем со СКА играть. Нам не хватает. Чего не хватило, посмотрим видео. Вот. Ну, больших претензий нет к игрокам по самоотверженности. Есть вопросы по игре отдельных игроков. Почему так сыграло, а не по-другому. Ну, я думаю, что есть время на исправление этих ошибок. И в дальнейшем не должны такие игры проигрывать, где, в принципе, боролись там и всю игру. Вот, не останавливались, нигде провала в игре не было у нас.